Друзья, меня часто спрашивают, где я беру перчатки и остальные аксессуары для тренировок. Так вот, Workout Shop – это лучший магазин с инвентарем для тренировок дома и на улице. Если вам что-то нужно, обращайтесь к ним, ссылка в описании. Всем привет, друзья! Меня очень часто спрашивают такой вопрос. Можно ли качать одну какую-то определенную мышцу 2-3 раза в день? Обычно мне скидывают в контакт там видео 8 минут адского пекла на пресс и спрашивают, можно ли делать это 3 раза в день. Ответ, конечно же, очевиден. Можно, только зачем? Возьмем, опять же, в пример это адское пекло 8-минутное на пресс. Если вы хотите нарастить мышцы пресса, да, сделать их более объемными, то вам хватает вполне делать 1 раз в день. Не надо больше. Зачем? Мышцы ведь растут не от того, что вы их качаете постоянно, а из-за того, что когда вы их покачали, они получают стресс в виде мини-разрывов волокон мышечных, и они потом срастаются. Из-за этого мышцы увеличиваются. Они не увеличиваются из-за того, что вы их постоянно качаете по 3 раза в день. Они увеличиваются из-за того, что вы потом кушаете белковую какую-то пищу, да, и эти мышцы просто восполняются и становятся больше. А теперь давайте разберем, что происходит, когда вы качаете там пресс тот же самый в 3 раза в день. Смотрите, вы покачали утром, там, не знаю, в обед и вечером. Что происходит? Мышцы не срастаются, то есть это значит, что волокна вот эти, которые порвались, они не срастаются. Дальше, организм тратит гораздо больше энергии на восстановление этих волокон, и тем самым идет просто регресс. Не прогресс в мышечном плане, а регресс. То есть у вас мышцы, наоборот, будут исчезать, потому что организм будет тратить энергию, и тем самым, наоборот, воровать из ваших белковых запасов, да, энергию из мышечных, если у вас жира особенно нету. То есть какой можно сделать вывод? Если вы хотите накачать мышцы, да любые мышцы, там бицепс, трицепс, пресс тот же самый, вы не должны качать его много. Да? Ну хотя пресс это выносливая мышца, и я думаю, что можно качать его каждый день, от этого результат будет. Но если вы качаете в день по 3 раза, то это слишком много. Мышцы просто не будут восстанавливаться. А такие мышцы, как бицепс, трицепс, там грудь и остальное, то есть у нас есть большие мышцы, да, и маленькие мышцы. Большие мышцы нужно качать вообще 1 раз в неделю, этого вполне хватает, потому что они заживают очень долго, и на них нужно делать большую нагрузку, чтобы они травмировались, да. И для маленьких мышц, таких как бицепс, трицепс, там плечи, можно качать как минимум 2 раза в неделю. Ну, можно 2-3, да? Но если вы будете качать 2 раза в неделю, то этого вполне достаточно. Гипертрофия все равно будет идти, они будут расти. И есть еще обратная сторона медали. Если вы хотите похудеть, у вас есть лишний там вес, да, жир, и вам нужно его сжечь, то, как я и вначале говорил, вам можно тогда качать там по 3, хоть по 10 раз в день, и тогда будет организм воровать энергию, он не будет заживляться и постоянно будет в поисках энергии. Он будет максимально тратить энергию, тем самым сжигая ваш жир, потому что жир горит первым. Сначала сгорает жир, а потом, когда уже жира нету, то организм начинает сжигать мышцы. То есть для эктоморфов качаться очень часто вообще бессмысленно, потому что у них будут гореть сразу же напрямую мышцы, а не жир. А эндоморфам, мезоморфам, если вы пухленькие, так скажем, то вам можно там качаться 3 раза в день, да хоть 5 вообще, главное, чтобы перетренированность не была, и делайте перерывы. Я надеюсь, теперь вам понятна эта информация, и вы не будете больше писать мне ВКонтакте и спрашивать, блин, можно по 5 раз там делать какое-то упражнение, потому что если вы, конечно, эндоморф какой-то, то желательно побольше тренироваться, чтобы ваш жир горел. Но я не призываю вас тренироваться 5 раз в день, понимаете, я нигде такого не говорил. То есть 2-3 часа в день вполне достаточно, и не надо там тренироваться в 5 раз в день по 2 часа, это вообще бессмысленно. То есть тренируйтесь там 2-3 часа в день, на другой день часик потренировались, в другой день опять 2-3 часа. Совмещайте кардиотренировки с силовыми тренировками, и будет вам счастье. Это для эндоморфов и мезоморфов. А эктоморфом, конечно же, тренируйтесь там 3 раза в неделю, этого просто максимум вообще. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, поставьте колокольчик, чтобы вам приходили оповещения о моих новых видео, и увидимся в следующих выпусках. Пока!